Стердаун или битва взглядов – процедура, ритуал перед началом любого боя. Ее главная задача – максимально разогреть интерес у публики, а посмотреть было на что. Любители бокса собрались в торгово-развлекательном центре «Акварель», чтобы показать свои умения. Участники – люди разных профессий и увлечений. О каждом из бойцов в перерывах между рингами рассказывали интересные факты. Кто-то, например, серьезно увлечен компьютерными играми, а кто-то является работником посольства Северной Кореи. Объединяет их всех одно – любовь к боксу. Пушкинская битва организована в честь Дня защитника Отечества. Да, приурочен, конечно же, к мужскому дню 23 февраля, то есть дню настоящих мужчин. И где, как не в ринге, показывать и доказывать это словом и делом. Не могу сказать, что кто-то конкретно, там, да, какие-то выдающиеся люди. Люди обычные, да, ну, простые люди, такие же, как мы с вами. Но вот они увлекаются боксом, и свое хобби они вот показывают на соревнованиях. Это уже не первые бои в «Акварели». Мероприятие так понравилось любителям бокса, что для участия приехали люди со всего Подмосковья и даже из Курска. Было более 30 бойцов и в 3 раза больше болельщиков. Отличная организация, отлично организованные бои. Много народу, много участников, отличное судейство. Все пока проходит в спокойном режиме, но, конечно, адреналин присутствует. Все спортсмены хорошо подготовлены, хотя уже и они возрастные. Здесь главное не результат. Некоторые бои закончились ничьей. Мужчины смогли зарядиться положительными эмоциями и показать настоящее представление для зрителей. В конце соревнований поздравил участников и вручил им медали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Ждан. Вот сегодня в рамках реализации партийного проекта в местном отделении приехали поддержать и поучаствовали в организации Пушкинской битвы. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать развитие бокса в нашем округе. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.